Всем здравствуйте! Меня зовут Наталья Невзорова, и с вами проект «Кухня моей мечты». Сегодня мы с вами поговорим о тех покупках, которые я сделала несколько недель назад. Я не являюсь представителем этой компании, я просто приобрела продукцию для того, чтобы попробовать и рассказать вам о ней. Стоит ее покупать или не стоит. Один из продуктов этой компании – это вот эта тряпочка. Ее меня убедила купить консультант. Хотела я купить другую тряпочку ребристую, но вот она уговорила меня купить эту. Очень долго не могла найти применение ей. Вообще, эта тряпочка для ванной, она очень хорошо моет кафель, очень хорошо моет раковины, моет смесители. Но вот все-таки я считаю, что раковины и краны нужно мыть средствами с дезинфекцией. То есть, ну, это вот мое мнение. Вот я иногда протираю, конечно, стены, но вот как-то никак не могла найти ей применение. А тут решила помыть ей газовую плиту. И мне очень, кстати, она понравилась. Самое интересное, что я газовую плиту раньше мыла средством от Amway. Такое средство для кухни, оно удаляет жир, жирные налеты, но вот попробовав эту тряпку, я, конечно, средство для Amway это двинула вообще, потому что кухонную плиту можно мыть и без химии. И вот мне эта тряпочка понравилась тем, что я оттерла даже те пятна, которые Amway-овским средством не могла оттереть. Поэтому я вам, в принципе, сегодня продемонстрирую, как эта тряпка используется для мытья именно кухонной плиты. Ну что ж, давайте сейчас я буду демонстрировать, как эта тряпочка убирает плиту. Ну, плита, вот видите, она у меня в пятнах. Конечно, она у меня не в достаточно таком запущенном состоянии, хотя я очень хотела и старалась ее, именно чтобы много было всяких там таких вот пятен, предположим. Ну, вот с этой стороны немного покажу. Тут видно, да, что вот здесь и крошечки есть и так далее. Ну, вот так вот, наверное, виднее, да, вот свет падает. Поэтому сейчас я вам покажу, как я ее без мощи средств помою вот этой тряпочкой. Так, я беру сейчас эту тряпочку и смачиваю ее под водой. То есть, видите, я никаким моющим средством не пользуюсь, а просто ее смачиваю водой из-под крана. Причем вот уход за этими тряпками очень прост. И вот давайте сейчас попробуем отмыть газовую плиту. То есть я сейчас просто протираю сначала шероховатой стороной все участки. Вот здесь есть присохшие места. Ну, кстати, они оттираются вообще с первого раза. Вот все, что присохло, вот что мне этой тряпкой понравилось, что, в принципе, ты не прилагаешь вообще никаких усилий по сравнению даже вот с этим средством от Amway, которое я использовала. Так, и вообще старайтесь вот плиту газовую содержать в отличном состоянии. Про каждый день лучше протереть тряпочкой, чем один раз там в неделю там, или в месяц драить ее с каким-нибудь съедучим средством. То есть моется она очень удобно. Вот, в принципе, я убрала. Видите, здесь вот есть присохший участок. Ну вот тряпка вот этой стороной, вот она очень удобно, что здесь, видите, есть полоска мягкая, есть полоска очень жесткая. Даже я вот ее поскребу, слышно. И вот этой жесткими полосками она очень хорошо убирает вот эти все присохшие участки. То есть я ее приспособила, вот эту тряпку для мытья плиты, без всяких моющих средств. Потому что она мне понравилась, именно вот как она это делает. Так, снова споласкиваем. Сейчас вот крошки мы все убрали. Сейчас мы просто насухо уже протрем другой стороной, которая плиту отполирует. То есть я теперь беру вот эту сторону, вот эту, которая мягкая, и сверху начинаю. Я не стала снимать, потому что у меня не очень грязные они, вот эти вот горелки. Вот сейчас просто протираю. Я очень удивилась, потому что вот средством очищающим я гораздо это дольше делала. Оно хоть и жир снимает, но вот это она все убирает. И жир, и нагар. И вот тем средством я не очень могла сухие участки протереть. Вот, в принципе, и все. Газовую плиту мы помыли. Ну вот решетки я мою
посудомоечной машине. Ну вот перед тем, как положить, я, конечно, протираю, потому что сейчас пуху много летит. Вот есть белый налет, например, я его протру. То есть, предположим, вот здесь, да? Она вот эти нагары все убирает, что очень мне понравилось. Вообще я их мою в посудомойке, вот эти решетки. Ну, по мере загрязнения. Я их мыла еще один раз только. Сюда. Вот здесь есть вот немножко от еды. Видите, вот она сразу, тряпочка становится такой грязненькой. Но, тем не менее, она очень хорошо отдает грязь. Периодически простирую хозяйственным мылом вот эти тряпки. У меня потому что не одна такая тряпочка есть. У меня есть еще такая хозяйственная для вытирания пыли, для вытирания стекол. Для вытирания стекол я уже демонстрировала. Вот здесь покажу. Вот видите, вот есть налет. Вот эта тряпочка, сейчас я его счищу. То же самое здесь, с этой стороны. Экспресс-помывка. Вот здесь я увидела тоже, видите, вот здесь есть такая вот непонятно что, от чего тут. То же самое. Сейчас попробую очистить эту тряпочкой. Газовую плиту мы помыли. Уход за газовой плитой очень удобен тем, что он быстрый. С вами была Наталья Невзорова, проект «Кухня моей мечты». Встречаемся снова на нашей кухне. Всем до свидания.